красотулю пробежал. Тут ее пугают другие белки злые. Злые белки, мы, говорит, пугаем ее, потому что, говорит, мы злые, а это, говорит, я только что почистил кормушку, надо насыпать. Я ей говорю, давай сюда иди. Иди сюда, солнце, давай сюда, хорошая, толстенькая какая. Сейчас ее прогонят, да, прогонят, потому что, говорит, она другая, у нее носик другой. Это что такое вообще? Солнце, иди сюда! Я хочу, чтобы она сюда села. Пустые кормушки сейчас. Я только пришел. Ну да, они пугают. Вот эти белки, они носятся. Я сейчас накидал здесь фундука немерено. Вот они сейчас выясняют, кому я накидал. Какой белке конкретно. А это несчастная. Я, говорит, сижу, говорит, несчастная. Никто меня не любит, говорит. Это что такое? Солнце, иди сюда. Какая хорошая белая. Она на вид даже хорошая. Маленькая, толстенькая. Ты же умница у нас. Ну-ка, солнце. Если ты ко мне не идешь, то я к тебе пойду. Я к тебе пойду, говорит. Солнце, ты смотри, тут орешки. Какая ты не худенькая. А некоторые белочки садятся. Ты уже сидела, солнце. Давай садись. Тут дело в том, что когда я даю чищенные орешки, у нее лапки свободны. И она может в такой позе сидеть. А если бы я дал ей в скорлупе, лапки у нее были бы заняты, и ей пришлось бы сесть бы на ладошку. Это я балерину кормил в последнее время, тоже чищенными, и она вот точно так же сидела. Ей не нужно ни лапкой одной садиться, ничего. Она оперлась, ты какая хорошая, какая толстенькая, какая. Я, говорит, такая толстенькая, хорошенькая. Белочка. Я не вижу в фокусе. Вот теперь в фокусе, да, молодец какая. Ты куда пошла, солнце? Ты хотела сесть на ладошку. Я, говорит, хотела, говорит, но перехотела. Давай садись, солнце, на ладошку-то. Давай, нет, говорит, и сяду. Ох, какая ты злодейка. Какая она нежная, эта белка. У нее мех, кстати, еще более шелковистый, чем у телеуток. Это местная какая-то порода. Я сейчас трогаю, у нее прям не мех, а пух какой-то. У тебя пух какой-то, солнце. Я пальцем даже не чувствую. Вот я сейчас вожу, я не чувствую, это мех пальцем. Какой-то пух. Какая-то ты хорошенькая, больно. Не, что-то так тяжело держать. Давай чуть-чуть опустимся, вот так вот, злодейка какая. Прибежала. Да, я тебя потрогаю. Чего у тебя с лапкой с этой? Нормально, говорит, у меня все с лапкой. Вообще, я не ожидал сейчас белок тут увидеть каких-нибудь, потому что сейчас не время, надо чуть позже прийти. Часа на два, наверное, вот так вот позже. Тогда белка. Но зато в это время приходит вот эта белка. Тут или мои белки знакомые приходят, которые постоянно, или вот это. Я, говорит, или, говорит, я приду. Говорит. Ты, говорит, выбирай, говорит. Но мне сейчас надо еще к одной кормушке идти. Поэтому я сейчас пораньше сюда пришел, чтобы положить все.
Ну, в принципе, было немного семечек лежало здесь. Но это, конечно, не то. Это не то, говорят, семечки. Садись, поросенок. Похоже на крота. Вот на крота она похожа, и все. Я, говорит, похожа на крота, говорит, и все. И все. А я, говорит, тоже, говорит, хотела бы. Я бы тоже хотела бы. Только за палец не кусай меня. Давай, солнце, сюда, поросенок. Я, говорит, поросенок. Я в детстве один раз видел крота. Держал его за шкурку сзади. Он у меня висел, как поросенок тоже. Поймал крота в детстве. Но я как поймал его и посмотрел с разных сторон и отпустил туда же, где поймал. Мне просто интересно было, это что такое вообще за зверь. Вот она похожа очень на крота. Она тоже толстенькая, пухленькая. Носик у нее такой. И носик, говорит, у меня такой. Очень неудобно тебя держать так, солнце. Если бы чуть-чуть-то опустилось бы, чуть-чуть, солнце, давай чуть-чуть опустись. Вот так вот, да. Молодец, какая умница. А в идеале, если бы она на ладошку села бы. Ну, наверное, рано, еще садится ей. Она еще мне так не доверяет. Она какая-то грустная белка. Я, говорит, какая-то грустная белка, говорит. Это что такое? Молодец какая. Некоторые садятся. А мы, говорит, не садимся. Мы-то... Чего ты? Она что-то там носик, ей неудобно с носиком со своим. Солнце, давай я тебе орешек дам. Солнце, иди сюда. Солнце, давай я тебе орешек дам. Давай сюда орех, говорит. И побежала с орехом, да, я побежал к себе туда. Злодейка какая. А в прошлый раз я пытался грецкий дать целиковый, она не взяла, она а половинку взяла, молодец какая, чищена. Ну ладно, вот эта кормушка, кстати, не рабочая, висит. Кто-то туда насыпал семечек тыквенных, которым белкам нельзя, но белки, по-моему, сюда и не лазят. Эту кормушку, по идее, надо выкинуть отсюда, я не знаю, кто ее повесил. Ну, не знаю, белкам, я не думаю, что белки едят тыквенные семечки. Им, во-первых, вредно, а во-вторых, им тут неудобно из нее есть, из этой кормушки. Ну, ладно, все, такое видео. Моих белок тут нету. Все.